Сегодня во Дворце культуры НДМК состоялось торжественное открытие выставки фотографий близнеца здания Дворца культуры металлургов Центра искусств в Сержинске. В Нижегородской области в городе Химиков построен аналог Тагильского ДК. В следующем году он отметит 60-летний юбилей. Правда, несмотря на внешнее сходство, дворцы имеют немало различий. Мы на 7 лет помладше и строились уже в тот период времени, когда был подписан правительственный указ об архитектурных излишках. Поэтому мы более строги, поэтому у нас может быть меньше помпезности во внешнем виде. Но при всем при этом есть своя величественность. На открытие выставки приехала дочь архитектора Владимира Емельянова, создателя «Братьев-близнецов». Она рассказала о долгих спорах по поводу внешнего облика зданий. Ведь изначально дворцы должны были быть двухэтажными, а вот колоннад, ротонд и архитектурных излишеств не предполагалось. 2 года шла большая работа за то, чтобы достичь, сохранить тот облик, который у вас сегодня есть. В итоге сегодня у дзержинцев и у тагильчан есть дворцы культуры, творческих коллективов которых занимаются тысячи детей.